Госы на дистанционке. Выпускники Ярославской медакадемии в условиях непростой эпидемиологической обстановки сдают выпускные экзамены в онлайн-режиме. Теория в виде теста списать, несмотря на домашнюю обстановку, нереально. На 100 вопросов нужно ответить за 100 минут. Для вуза данный формат проведения аттестации проблемой не стал. Всего в итоговой аттестации принимают участие 439 выпускников из 27 субъектов Российской Федерации. 386 уже аттестованы. Более 70% из них сдали экзамен на хорошо и отлично. Практическую же часть экзамена студенты будут сдавать лично после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется. Однако многие студенты-выпускники уже успешно совмещают учебу с работой в медицинских и фармацевтических центрах на должностях среднего медперсонала. Всего 105 человек, 13 из них в ковид-медорганизациях. Предполагается, что первичная аккредитация у выпускников не отменяется, она будет принесена на начало следующего года. Но самое главное, ведь по большому счету, ведь работа с соответствующими манекенами, муляжами и так далее, она проходила в течение последних вот 5-6 курса. И там в рамках своих внутренних экзаменов эту практическую часть они сдавали.